Судя по тем результатам, которые показывает эта программа, когда дети после 5-6 занятий с иксом на ногах начинают ходить, и ноги выпрямляются, ну это просто, это чудо просто. И, собственно, поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы дать толчок развитию этой программы у нас в регионе и вообще по всей России. Но если есть такие результаты, то, конечно, она необходима. Но мы здесь, собственно, собрались. 5 футболистов сборной, что для того, чтобы привлечь внимание прежде всего общественности к тому, что вот есть такая программа, которая достаточно эффективная в плане реабилитации детей с ДЦП, поэтому я не думаю, что правильно будет призывать. Я думаю, все те, кого коснется эта программа, все те, кто увидит этот сюжет, будут иметь возможность, по крайней мере, финансово, может быть, как-то еще поучаствовать в этом. Я не сомневаюсь, что все ребята, футболисты, будут участвовать в этой программе. Результаты просто сумасшедшие. Но когда выпрямляются ноги у больных детей, ну о чем еще можно мечтать, если счастливые родители плачут от счастья? Если у людей есть возможность помочь этому проекту, я считаю, это было бы благородным делом с их стороны.